Сейчас вновь в нашем эфире кадры, которые в прямом эфире мы демонстрируем. Это кортеж Владимира Путина, который прибыл непосредственно к месту, где будут проходить переговоры, в президентский дворец в Хельсинки. Сейчас его будет встречать лично президент Финляндии. В ближайшие минуты должно состояться это начало саммита. Вот Владимир Путин проходит по коридорам этого президентского дворца. Должно состояться памятное фотографирование, это традиционная церемония в рамках протокола, уже после которой начнется официальная содержательная часть этого саммита. Напомню, что сегодня впервые состоится полноценный саммит лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа. Проходит он на нейтральной площадке на территории Хельсинки, в президентском дворце в Финляндии, где Финляндия, на наших экранах министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомним, что в рамках этого саммита у министра Лаврова впервые состоится личное очное общение с американским коллегой Помпео. Предварительно мы знаем, что согласованы темы, которые Лавров и Помпео будут обсуждать. Состоялось несколько телефонных переговоров Лаврова и Помпео.